Вера Чаплина – советская писательница-натуралист, долгие годы посвятившая работе в московском зоопарке. Автор сценариев для нескольких художественных и мультипликационных фильмов. Творчество известной детской писательницы Веры Чаплиной посвящено животному миру, с которым связаны не только ее книги, но и весь ее жизненный путь. Многие годы литератор проработала в московском зоопарке, поэтому о повадках, особенностях поведения каждого из братьев наших меньших она знает не понаслышке. В библиографии автора более десятка увлекательных книг, полюбившимся нескольким поколениям детей и их родителям. Родилась Вера в 1908 году в Москве. До рождения девочки родители уже воспитывали сына Василия, а спустя год в семье появилась еще одна дочь, которую назвали Валентиной. Дед будущей писательницы был потомственным дворянином, был известен как крупный инженер-теплотехник и меценат. От него семейству достался дом на Большой Дмитровке, где и прошла ранняя биография Чаплиной. Отец Веры Василий Михайлович занимался адвокатской деятельностью, а мама Лидия Владимировна занималась живописью и игрой на фортепиано. Революция 1917 года вынудила мать с тремя детьми покинуть Москву и перебраться в Узбекистан. По возвращении в Москву девушка познакомилась с Петром Александровичем Мантейфелем, который позже привел ее в кружок юных биологов. Здесь ребята ухаживали за животными, самостоятельно заготавливали корма, изучали их повадки. Дядя Петя стал человеком, предопределившим дальнейшую судьбу будущего литератора. Чаплина с юных лет обожала посещать зоопарк. Будущая писательница не только выкармливала соской звериных детенышей и заботилась о них, она наблюдала за животными, вела научную работу и стремилась к тому, чтобы звери не чувствовали, что они в неволе. С 1925 года девушка вела экскурсии по московскому зоопарку. В возрасте 25 лет Чаплина Вера Васильевна становится новатором московского зоопарка. Ее имя всегда будут помнить как руководителя и инициатора площадки, созданной в 1933 году. Здесь воспитывался крепкий и здоровый молодняк. Были все условия для того, чтобы разные животные могли уживаться с друг другом. Огромный интерес зрителей вызвал этот эксперимент. На многие годы площадка молодняка стала визитной карточкой зоопарка. В это же время в журнале «Юный натуралист» были напечатаны первые рассказы Чаплиной. После их выхода издательство «Детгиз» решило заключить с Верой Васильевной договор на создание книги о площадке молодняка. В 1935 году она была опубликована. Книга называлась «Малыши зеленой площадки». Она имела успех, однако сама писательница критически оценивала свою книгу. Она значительно переработала текст и выпустила новый сборник рассказов. Для Чаплиной, как и для многих других авторов, определяющей стала вторая книга. В 1937 году были напечатаны «Мои воспитанники». Вошедшие в этот сборник рассказы обнаружили особый стиль писательницы, стали одними из самых удачных в ее творчестве. Особенно это относится к таким произведениям, как «Лоська», «Арго», «Тюлька». А история про воспитанную в квартире львицу стала настоящим бестселлером. В 1946 году Вера Васильевна занялась постоянной литературной работой. Новый сборник ее произведений «Четвероногие друзья» появился спустя год. В него были включены новые рассказы. «Куцый», «Волчья воспитанница», «Фомка белый медвежонок» и другие. Необычайный успех имели «Четвероногие друзья». Их переиздали не только в столице, но и в Праге, Варшаве, Братиславе, Берлине. В 1950 году Вера Чаплина была принята в Союз писателей. В 1961 году появился сборник «Друг Чабана». В нем, а также в цикле рассказов 1976 года «Случайные встречи», мы находим новые черты творчества этой писательницы.
На смену ярким краскам и крупным планам, создававшим веселые, а иногда и драматические портреты животных, приходят образы, на первый взгляд, меньшего масштаба. Однако они появляются теперь, как будто из жизни читателя. Вере Чаплиной удалось не столько рассказать истории, сколько заметить и разглядеть крылатых и четвероногих наших соседей, не всегда приметных. Рассказы «Испорченный отпуск», «Забавный медвежонок», «Как хорошо», «Пуська» полны комических ситуаций, в которые мы попадаем порой при близком знакомстве с различными очаровательными зверятами. Они вытворяют такое, что способны вывести из себя даже самого спокойного человека. С конца 1940-х годов соавтором Чаплиной был писатель-натуралист Георгий Скребицкий. Они вместе создавали сценарии к мультфильмам, книги очерков. На книгах Чаплиной выросло не одно поколение советских читателей. Они оставались любимыми книгами и переиздавались вновь и вновь. Вера Чаплина создала огромное количество произведений для детей, и все они были посвящены братьям нашим меньшим. Ее книги пользовались и продолжают пользоваться популярностью во всем мире. Вера Чаплина – женщина с нелегкой судьбой и интересной биографией. Созданные ею рассказы о животных для детей взяты из реальной жизни. Материалом для творчества послужили наблюдения, которые писательница вела на протяжении многих лет работы в московском зоопарке.